толком обращаться случилось. Вот он, результат грамотного телепиара. Работа полным ходом. Очередь из клиентов. Нет простоя у станка. Прошу прощения у приспособ по демонтажу и установке лобовых стекол. Харе, Леха. Хотим выходные. Будут. Только закончим эту серию. И пожелаем всем остальным следовать стопам этого небольшого предприятия. Обращаться за помощью к профессионалам, которых кидать себе дороже. Признаюсь честно, никогда ранее и не предполагал, что замена автостекла – это не трагедия, а доступная и оперативная процедура. Но век живи, век учись. Выходит, что здесь, сегодня, сейчас это легко можно сделать. А вот что заказывать не надо. Это есть в наличии. А разумеется, автостекло на отечественное авто.
но кое-что из представленных образцов меня удивило.